Добрый день, дорогие друзья. У микрофона друг, это студия Игрокам ТВ. И мы начинаем трансляцию 5-го выпуска Retro International, наша постоянная рубрика RTRTI, та, которая нас ведет, в принципе, к новому International, International 2015, но путем просмотров, обучения, понимания, ну и какого-никакого, но все-таки анализа предыдущих турниров. Турнир, естественно, выбрали топ-класса, что может быть более показательным, чем International, где максимальная концентрация у каждого игрока, каждой команды, где желание победить, естественно, превозмогает вообще все остальные желания. И, разумеется, тут дело не только в деньгах, но и в деньгах в том числе. Понятное дело, что призовые просто могут крышу снести, а... Не стоит забывать, что максимальное внимание на этом турнире приковано к игрокам в Dota 2. И показать себя на International это дороже, я думаю, любых денег, потому что команды стараются выжать максимум из себя и работают на пределе. Ну и вот такой вот напредельный матч. Кстати, где музыка? Почему музыки Dota? Может, музыка просто закончилась? Возможно. Так вот, такой вот матч мы выбрали. Матч, который, по сути, является, наверное, самым дорогим в истории всего киберспорта. Этот матч за основную сумму, то есть основную рекордную сумму, матч этот является финалом 4-го International, и боролись ребята за громаднейшие деньги. Это 5 миллионов с копейками. Если можно там 600 тысяч назвать копейками, то да, 5 миллионов с копейками для победителя и 2 с такими же копейками, чуть-чуть поменьше для проигравшего, для второго места. Гранд-финал, который, как по мне, интересен не только вот этим вот накалом страстей вокруг огромнейших сумм денег, но и своим, собственно, своим течением. Потому что прошел он достаточно удивительно и неожиданно для всех. Dota к тому моменту, в 2014 году, после обновления, по-моему, еще 82-е тогда было, Dota планировалось стать более длинной, продолжительной, чтобы можно было насладиться всеми файтами, всеми перипетиями на вот у нас основном игровом поле, чтобы успевали игроки расфармиться, чтобы были массовые файты, размены тронами, чтобы все было как в 2013 году, потому что Dota ускорялась, и что мы в итоге получили в 2014? В итоге мы получили Best of Five, состоящий из 4 матчей, вот, но по длине 4 матча, я думаю, что можно было бы сравнить сейчас с одним таким хорошим затяжным матчем. Игра эта закончилась, я думаю, вы знаете, в чью пользу, вот, но вот эта вот комбинационность, вот эта вот практика быстрых матчей, она, собственно, заслуживает внимания. Потому что, согласитесь, выиграть за 45 минут 5 миллионов долларов, ну, не каждый может, это факт. И вообще это как-то неожиданно быстро делалось. Понятное дело, что ребята из команды Ньюби не ради шоу приехали. Они уже были в гранд-финале, им на шоу, честно говоря, абсолютно класс было. И поэтому они демонстрировали то, что умеют, и старались сделать это очень убедительно, чтобы у команды Vici Gaming возражений по этому поводу не было. Ну, в первом матче все-таки Vici возразили своим соперникам и такую неплохую заявку сделали на начало этого гранд-финала. По идее, казалось, что катка будет, в общем-то, равноценной, и рубилово будет долгим, интересным, затянутым, и первая просто разминочная. Первая будет длиться недолго, чуть менее 30 минут. Вот, ну, было понятно, что, возможно, и дальше будет только усиление этих файтов и увеличение по длительности самих матчей. Ну, возможно, Gabe Newell и его команда Valve пришла к желанному результату. Все это тогда мне казалось. Потом, посмотрев этот финал, вот впервые в 2014 году, собственно, моргнуть можно не успеть, как... Денежки уже уехали к одной из команд. Ну что, Vici Gaming забирают себе Shadow Shaman. Они берут себе Шейкера, Брюмастера, Клокверка и Лоун Друида. Со стороны команды Ньюбин, Nature's Prophet, Ancient Operation, Leon, Lifestealer. Скорее всего, для Хау, как я понимаю. Ну и Алхимик пятым пиком заходит для команды Ньюбин. По расстановке лайнов. Ксяоэй на Nature's Prophet будет катать. Я так понимаю, скорее всего, это сложная Хау у нас фармит на Lifestealer. Алхимик.
Хотя, подождите. Алхимик может на миксяоид, скорее всего, на чиспрофите в этой игре отправился на мидлейн. Алхимик у нас... для Му, да. Алхимик у нас справляется в другие лайны. Ну, что касается команды Vici Gaming, FY забирает себе Shadow Shaman, Фенрир будет играть на шейкере. Супер это Брюмастер, Сайлор берет себе Лондруида и... Клокверк в сложную или Лундруид. Лундруид, в принципе, может Сайлор в предыдущем матче, в финале лузеров, благодаря которому, собственно, Vici Gaming и попали. В финалы вышли против Ньюби сражаться. Так вот, Сайлор на легкой линии в основном на чиспрофе там стоял. Стоял бывало в соло, бывало в компании. То есть для Сайлора вообще не критично где-то как стоять. Собственно, ему такой игрок универсальный достаточно. И в этом плане... То есть ему комфортно в любом вообще, на любой линии, при любом наборе героев, будь то саппорты рядом, не будь саппортов, не проблема совершенно для него стоять, но это он продемонстрировал. Ну и команда Vici Gaming набрала достаточно разносторонних героев, станов много, дизейблов тоже, я считаю, предостаточно, ну и дамажить есть кому. Сайлор на Лондруиде вместе с FY на Shadow Shaman и Фенриром на Шейкер отправляется в легкую линию. Мидлейн будет для Брюмастера. Ну и Роти Кей на Клокверке отправляется в сложную линию. Со стороны команды Ньюби, Му на Алхимике все-таки отправится на мидлейн. Не уверен, что это правильное решение, но теперь-то точно я знаю, что это не самое правильное решение. Этим занималась и команда Evil Geniuses, и Артизи пробовал. И не у всех получалось. У большинства, скажем так, прямо вообще не получалось. Xiao Wei на Nature's Profit. Скорее всего, легкая линия. И трипла у нас от команды Ньюби будет стоять на сложной. Здесь фармящий лайфстилер. Вокруг него банана на Леоне. И Sunsheng на Ancient Operation. Тоже комбинация достаточно неплохая. Вообще работающая комба Ancient Operation плюс лайфстилер. Open Wounds и Cold Feet под ноги. И попробуй уйди оттуда. И примораживаешься, там еще и банана подстопит, хекс. Короче говоря, комбинация такая, что если кто-то один попался команде Ньюби на трипле, то этот игрок умирает 100%, если тиммейтов рядом нет, если некому хилить, если некому сейвить. Времени на то, чтобы развалить кабинет, предостаточно. Ну и команда Vici Gaming со старта взялась за плотный харас. Это во-первых. Во-вторых, они после финала лузеров, где они одолели ЕГЭ, достаточно перспективный коллектив, которому пророчили высокие места, чуть ли вообще не топ-1, топ-2. Ну, ЕГЭ остановили свой путь на третьем месте. Вот Vici Gaming LAN-финалу, я так понимаю, в расположении духа великолепно подошли. Они одержали важную победу над ЕГЭ. Они доказали, что в гранд-финале они готовы быть, несмотря ни на что. Сетка лузеров так сетка лузеров, ЕГЭ так ЕГЭ, хорошо. Победить ЕГЭ у них же дома в Сиэтле. Американский коллектив, победить в Америке. Мы с этим готовы справиться, мы готовы сражаться за главный приз. Ну и Vici Gaming в первой игре достаточно ярко и интересно смотрелись. По расстановке лайнов. Трипла здесь у команды Vici Gaming... даже такая, знаете, с избытком. Потому что Сайлор на Лундруиде и вообще Лундруид сам по себе может, в принципе, стоять соло. И стоять как легкую, так и сложную линию. Здесь Лундруида отправляют, во-первых, в легкую линию. Во-вторых, Лундруиду еще в пару ставят Шейкера с двумя, по сути, станами. Ставят Шадоу Шамана с Шейклом и с Хиксом. И плюс еще и Эзершок от Шадоу Шамана. То есть и Харас здесь мощнейший. И возможность законтролить кого-то из героев. То есть... Проблемы, по идее, у соперника должны быть. Ну и сейчас посмотрим, как с этими проблемами вообще будет справляться команда Ньюби. Ну, банана явно тут лишнего хватил. Отправляется у нас на секрет шоп. Тут банана и остается. Просто какой-то фит от саппорта команды Ньюби. Ну и FY начал отхватывать здесь от Хао. FY отправляется в таверну. С саппортами игроки обеих команд разменялись. И достаточно... Удачно сюда, я считаю, Ксяоид прилетел. 2-3 удара, вроде бы и целый фраг. То есть оно того действительно стоит, когда на кону такие деньжища, можно и полетать. Не убудет. Потратить 150 на тот момент монет на свиток портала и выиграть при этом 5 миллионов, я думаю, неравноценный обмен. Ну что, Му на мидлейне на алхимике.
уму проблемы колоссального масштаба от Брюмастера. Вот Брю, кстати, его хотелось бы обсудить. Так, Nature's Profit у нас проседает, и Nature's Profit все-таки заканчивается. Отваливается и он, Рутикей, забирает этот фраг вместе с FY-ом. И команда Ньюби проигрывает уже со счетом 1-3. По голде, естественно, не просели. Так вот, по Брюмастеру. У меня вчера в нашем четвертом выпуске Retro International, где мы наблюдали, как Vici Gaming проходит финал виноров, ой, точнее, в гранд-финал из сетки лузеров, из финала лузеров, играя против команды EG. У меня были вопросы касательно Брюмастера, которого ставили в легкую линию EG. Когда EG ставили в легкую линию Брюмастера, они проигрывали. Когда на мидлейн отправлялся Алхимик фармить милишный, команда EG проигрывала. То есть здесь вот как-то две вот эти вещи, которые действительно статистику имеют не самую приятную, столкнулись, и столкнулись совсем не в пользу команды Ньюби. Поэтому мидлейн выигрывается с достаточно неплохим отрывом, 24-8 у нас у Супера. Я думаю, вы видите левые верхние уголы. Алхимик 16-1. Му себе купил уже ботл, есть у него Boots of Speed, у Супера в свою очередь ботл, Boots of Speed и еще сверху 750. Му тут поменьше наличных имеет. Ну и борьба за руну. Вроде бы как бы и борьба, а вроде и полное ее отсутствие, потому что и руны нету, да и драться против шестого левела Брюмастера фактически невозможно. Му пытался просто добежать до Энчентов. И, кстати, заметьте, игрок команды Vici Gaming Супер умудрился, во-первых, дать стан Алхимику, во-вторых, еще и самому ударить Эншентов, чтобы Эншенты сагрились на него, а не на Алхимика. Вот, и таким образом полностью исключить какую-то возможность потери золота. Ну, это уровень, черт побери, это, конечно, это уровень. Еще бы это не уровень, это финал четвертого инта. Тут даже слово уровень не объясняет все то, с чем, с какой мощью вообще команды подошли к гранд-финалу. И стоит сказать, что за спиной эти оба коллектива оставили достаточно серьезных, не просто перспективных, а уже состоявшиеся коллективы. Там отвалились те же EG, Клауда, которые под своим знаменем собрали мощный такой составчик, действительно мощный. И те же Na'Vi остались не дальше, чем 7-8 место. Ну, файтиться было с кем. Уже не будем даже... не стоит забывать, я думаю, о тех же альянсах, на тот момент действующих чемпионах, которые просто не вышли у нас даже в восьмерку. Не попали. Сложно далось им, потому что Dota перешла на новый уровень. Команда Альянс на новый уровень на тот момент не перешла. И после квалификации на International 2015... У меня есть подозрение, что и не перейдет в принципе. Потому что пропустить Инт — это на год отложить свое дальнейшее возвращение на Олимпы какие-то. Какие-то хотя бы топ-места в мире. Ну, что будет через год с командой Альянс, вообще не буду даже гадать. Мне кажется, что с коллективом этим есть вариант уже попрощаться. 6-1. Команда Vici Gaming просто давит. И Брюмастеру очень классно на мидлейне. Ему не надо стоять легкую линию. Надо давать его в руки хвосту. Надо отправлять его фармить в триплу на топ-лейн. Брюмастер великолепно стоит мидлейн. Он достаточно плотный. У него куча хп. Посмотрите, на хп у него ничего. 8-й левел. И при этом 1024 хп. 1024. При том, что плюсы не качал супер. Этот герой стоит на 5 с плюсом. Если у него есть ботл, то у него есть достаточно мощный реген ХП. У него есть мана на раскасты, которые недорогие, в принципе. Вот, если есть батла, то штук 5 можно зарядить. А это 300 дэмэджа, ну, попробуй с этим справься. И Алхимик даже не вывозит, причем Алхимик с ультой. Если какой-то один саппорт подтягивается, то Му с реки просто не уходит. И мы видели, что в соло Супер делал против Му. Супер уже сейчас даже под ультой у нас Алхимик. Супер не стесняется, клэпнул под ноги. У Супера нет артефактов вообще никаких. У него ничего нет, ни на деф, ни на дэмэдж. Просто ни хрена. Есть на скорость бега, есть Magic Wand, есть бот. Отпивайся и бей. Нормальная такая развязка. Я выпью и разобью тебя. По голде Vici Gaming выигрывают чуть меньше, чем 2000. По экспириенсу 3000 в пользу коллектива Vici Gaming. В тот момент, я думаю, Xiao8
запереживал, что что-то не так, и комба не очень рабочая. Так, ну что, врыв пошел у нас в Му от Ротикея. Под Латариас аут, Му достаточно плотно здесь отхватывает. Ну и Му выходит у нас в итоге из когов, ловит стан от одного из, из духов Зупера и умирает уже в который раз. Кстати, Алхимик-то 4-0 закончил мидлейн. Еще не закончил, но если придет, то есть варианты и увеличить количество смертей. Банана подходит к Суперу, и Супера, в принципе, уже достать тут и непонятно как. У него пополняется постоянно ботл, у него уже, в принципе, готов дагер. Немного совсем остается до этого артефакта. У него куча хп, у него достаточно мощный дэмэдж, и раскаст, и все, все на свете, и он может себе позволить, в принципе, теперь ничего не бояться. Ну что, Хао у нас. Провязал инфест. Рановато как-то провязал инфест Хао. Можно, в принципе, здесь и остаться. И Супер гонит у нас Хао по тавер. У Супера нет маны, кстати, на клэп. Вот теперь только мана появилась. На хосте Супер продолжает бежать. У нас за Хао промазывает. И, кстати, Супера здесь могут-то и забрать. В рыбу превратили у нас Супер. Он скачет по кустам. Супера убивают. Жалко, да. Жалко, что мы в 2015 году, и 2014 год нам не оставляет файт рекапы. Они поменялись. Сможем только по графикам определять, где да сколько кто заработал. Ну, вообще, по расстановке линий давайте разберемся. Возьмем команду, которая у нас впереди, и разберемся, верно ли решение было принято. Давайте смотреть по главным фармилам. Сайлор на Лондруиде. Пятый Нетворс на карте. Проигрывает даже к Сяоэйту, который у нас в соло стоял на легкой линии со стороны команды Ньюби. Тут, конечно, по Сайлору вопросы. Стоит ли Лондруида вообще оснащать у нас саппортами, или можно как-то его одного отправлять в сложную линию? Тут действительно есть вопросы. Что касается мидлейн Брюмастера, я думаю, вопросов никаких ни у кого нет. Мидлейн Брюмастер идет с нетворсом 3900, это топ нетворс на карте. Вот Хауф, сложный стоящий, умудрился держаться на плаву, и настолько на плаву, что к 10 минуте он выходит на первое место по нетворцу. По артефактам лайфстиллера есть фейсбуцы, брасер имеется, Gloves of Haste, и Хау будет выходить, ну, я думаю, в армлет. В принципе, почему бы и нет. По классике можно и в армлета. Можно, в общем-то, и мидас купить. Хотел бы армлет купить Хау, наверное, уже бы что-то да приобретал. Или все-таки Helm of Iron Will себе купят керри команды Ньюби. Брюмастер уже с даггером. Все получилось на 5 с плюсом для Брю. У него 2-1-3 счет. И ассисты, и киллы. Деньги все ему приносит. Он тут достаточно уверенно себя чувствует. Хао вместе с Ксяоэйтом и Саншенгом подошли подпушить тавер. Энд и есть тавер. Практически уже упавший. Ну и команда ВГ просто тут за счет глифа выигрывает время. И тавер пока что дена... А нет, тавер уже можно денайть. Ну, для этого здесь стоит Супер. Для этого здесь стоит Ротикей, который уже готов врываться. Так непривычно видеть данную расстановку эншентов. Рошана, я думаю, вы понимаете, где олдскульный у нас такой Рошан. Ну, странно. Как-то, кстати, феномен доты вот в том, что любые изменения как-то воспринимаются очень изначально всем болезненно всеми. Вот, а после этого поиграешь 5-6 дней, 7, и уже не можешь вспомнить, а как было до этого. Неужели, если сейчас все так, как обычно, все вполне классно и дота нам нравится, то как же было до этого? И смотришь, как было до этого, и понимаешь, что может сейчас и получше. То есть привыкнуть можно ко всему. И дота приучает к тому, что сама будет изменяться, и вы изменяетесь вместе с ней. То есть ваши тактики пусть подстраиваются под новую, обновленную игру. Поэтому зануды, которые рассказывают, что это уже не та дота, и я не буду в нее вообще играть, и что это за игра такая началась, что за изменения, переставили Рошана. Вы вообще того Рошана убивали когда-то? То есть дота, конечно... кстати, это один из моментов, который я извлек из нашего эксперимента своеобразного, который обещает быть постоянным. Это я говорю о программе Retro International. Дота видоизменяется очень стремительно и так, знаете ли, серьезно. То есть по цифрам, по скиллам, по артефактам на героев, вообще по артефактам, в принципе, изменяется достаточно мощный. Когда 6.84 появлялся, вот, я неоднократно, еще раз повторюсь, слышал это нытье, что играть уже вообще нет смысла, что это такое ощущение, что Dota 3 выпустили. Ну,
близко к... Это даже близко не, не подходит к правде. Это скорее так просто рефлексия на ровном месте. Вот, поэтому поменяться не только в, на профессиональном уровне, но и в пабах для игроков не проблема. Так что если вдруг будут новые изменения, ну не позорьтесь, я вас прошу, не говорите, что... Как мы под это подстроимся? Подстроитесь на 5 с плюсом. По команде Vici Gaming. Давайте разберемся. Vici Gaming в 13-й минуте умудрились слить 1500 по золоту, по экспириенсу. Ну, где-то 1000 они отдали команде Ньюби. Они все еще в плюсе, но при этом плюс достаточно маленький. 500 голды всего лишь на 13-й минуте — это немного. Лайфстиллер выходит вперед опять по фарму, обгоняет снова-таки супера на брюмастере. Ну и по фарму Лайфстиллер занимает первое место сейчас, ну в крайнем случае будет делить его с брюмастером. Хао здесь работает на победу, Хао не влазит пока что в файты. У него одно убийство, два ассиста, это в принципе... Что в принципе, он участвовал во всех файтах вообще команды Ньюби. Просто что команда Ньюби не файтится, потому что им надо позволить своему Лайфстиллеру выжить. Ну и что, Хао у нас начинает наваливать по голове Ротикею. И просто Фенрир приходит, и Эхо-Слэмом успокаивает у нас керри команды Ньюби. 13-я минута, 50-я секунда, падает Т1. Коллектива Ньюби, Vici Gaming продолжают давить. 9-3 счет, по голде они отыграли еще какое-то количество. Тут до 1000 где-то за сбитый Т1. И давление продолжается. По голде у Сайлора. Как дела? У Сайлора 3770. 14-я минута, 12-я секунда сейчас будет появляться для Лондруида. Sacred Relic, я думаю, ни для кого не будет удивлением. Понятное дело, что именно на Радианс у нас и нацелен Лондруид. Ну, все, Медведь уже пошел, уже с Sacred Relic. Сейчас будет Радик, и фармить команда Vici Gaming начнет в полном объеме. Теперь будет очень проблематично и контролить этого медведя, и уходить от этого медведя. А наличие... Уходить от медведя, у которого замедление, у которого корни, у которого радианс. Я думаю, что это вообще непростая задача, тем более, если вы проигрываете по голде, проигрываете географически, еще если вы зажаты и не можете возможность, не имеете возможность где-то пройти в лес и там свои артефакты получить. Тут, конечно, ситуация трабловая. Ну, Лондруид, я считаю, к 2015 году как-то неоправданно забыт, притом его подняли. Так, Ротикей у нас врывается на Му. Му тут, в принципе, умирает без вопросов. Ульта — это окей, это все хорошо, но здесь просто ничего провязать толком Му и не дали. От регениться возможности не было, потому что дэмэджа вливала тьма тьмущая. Так вот, касательно параллели с 2015 годом, Лондруида, считаю, неоправданно забыли. Во-первых, его подняли и сделали поинтереснее при наличии Аганима. Аганим для медведя, который фармит просто как дурной, насобирать это не проблема. А с Аганимом, насколько я думаю, вы знаете, не умирает и Спирит. И Спирит у нас может дамажить на любом расстоянии, поэтому просто используя этого медведя как шестого героя, и шестого героя по факту, а не просто так для красивого словца называют шестым героем у нас самого Спирита. То есть одевай нормально. Основного медведя одевай хорошенько у нас. Медведя, который дух, и нормально его контроль. Даже если ты умрешь, сам медведь все необходимое сделает. Ну, и при этом не берут, понимаете? Может быть, для этого у нас, конечно, Альянс вернули в команду свою Адмирала Бульдога. Ну, как-то Адмирал Бульдог тоже у нас Лондруида не брал. С Фурионом все понятно, Nature's Prophet залетал чуть ли не в каждом пике. Ну, Nature's Prophet не пошел. Почему не пошел Лондруид у команды Alliance, толком мне и не ясно. Вроде бы ради буста, ради вот таких вот повышений каких-то были шутки, что ради этих повышений в Альянс в 2015 году забирают. Забирают как раз для этого Адмирала Бульдога перед квалификациями на International, чтобы, в принципе, на этих героях отыгрывать. В итоге у нас Адмирал Бульдог приходит в команду Alliance, играет
на Фурионе не играет на Медведе в принципе, а играя на Фурионе, тот буст, который дали Фуре с Аганимом, не юзает его. А тот крутой буст, который дали Лондруиду с Аганимом, не использует, потому что не использует в принципе самого Лондруида. Ну, ситуация запутанная, то есть вот эти вот диванная аналитика вся эта и какие-то вот пророчества какой-то новой меты и новых каких-то мувов, которые будут обязательно-обязательно, все это, я так понимаю, вот уже на опыте просто понимаю, что это чушь. Сам по доте 6.84 неоднократно обсуждал и говорили, ой-ой-ой, это там такое будет, да это же просто бери того-того, покупай ему это и это, и будет вот то и вот то. Нифига вообще, даже близко не так. Дота как-то не настолько видоизменяется, чтобы в панике, собственно, новые какие-то комбинации придумывать, и эти новые комбинации так легко реализовывались. И читают на бумаге, то есть где-то, когда читаешь изменения, думаешь, что будет вот так вот, а там на самом деле баланс настолько хорошо спланирован и продуман, что так не случается. И Октарин Кор у нас не делает бессмертным героя, и Медведь с Аганимом не входит в мету, и Адмирал Бульдог. Это Медведи не играет, поэтому меньше думайте, больше смотрите. Меньше, точнее, фантазируйте на тему доты. Старайтесь делать маломальски взвешенные прогнозы. Ну что, возвращаемся к нашему матчу. Что у нас? Vici Gaming выигрывают по голде 6000, по экспириенсу 7500 в пользу коллектива Vici Gaming. И Ньюби проигрывают еще и по фрагам 4-15. У них действительно проблемы. На тот момент казалось, что Vici прям заряжены на 5 с плюсом. Они, если такими темпами будут играть у нас и дальнейшие две игры, то достаточно быстро заберут себе главные призовые и уедут себе спокойно их тратить. Вот, это казалось тогда, после того, как закончился International, опять же, возвращаясь к неверным прогнозам, все немножечко ахнули и поняли, что и иначе можно играть. Можно играть побыстрее даже, чем пытается сделать это Vici Gaming, и играть более продуктивно. И команда Ньюби, которая первую игру Vici сольет все-таки, в трех последующих докажет, что мы сделаем то, что хотели сделать вы, только немного быстрее, красивее и так, что вы ничего противопоставить не сможете. 20 минут сыграно по голде. Vici Gaming выигрывают 8 по экспириенсу, более 7500 с копейками. Ну, практика быстрой вот этой доты, она вообще главное, что запомнилось мне с 4-го International. Не по этому матчу это факт, не по этому. Это просто у нас такая затравка перед тремя стремительными шагами команды Ньюби к победе. Вот. Вчера эту быструю доту демонстрировали Vici Gaming в игре против команды Evil Geniuses. Ну, они не вчера, это вчера мы показывали вам в 4-м выпуске ЕГЭ против Vici Gaming. Вот, и я обмолвился, что Ньюби тоже действовали примерно таким образом, как и ВГ против Evil Geniuses. Просто еще и превзошли команду Ньюби в этом вопросе, сделали все гораздо быстрее, интереснее, еще и против Ньюби, которые сами эту тактику используют. Просто использовали и обратили оружие команды Vici Gaming против них самих же и сделали это в 5 раз круче. Ну что, здесь ВГ уже готовы давить массой. У Медведя уже есть Радик. После Радика появляется Киперстоун. Сайлор с Эгисом, поэтому ему можно рисковать смело. Медведя тут сливай, не сливай, все, что хочешь с ним делай. Медведь, в принципе, у Сайлора есть, если что, новый вызовется. Ну и Тауэр постепенно падает. Shadow Shaman поставил у нас варды. Потеряли уже Ротике игроки команды Vici Gaming, но при этом Тауэр разваливается. И Сайлор дерется, и у Сайлора есть Аегис. А где Медведь? Медведь здесь. Медведь недалеко, Медведя заново у нас призвал Сайлор. И в это время Медведь расковыривает всех саппортов команды Ньюби. Вся Уэйд в таверне, байбакаться он не будет. Ульта аппаратов Сайлора. Но при этом живой Медведь цепляет Му, корни на Му. И Му отсюда, по идее, уходить не должен. Банана поближе, под айсид спреем у нас вся команда Vici Gaming, и при этом никуда не разворачивается, готова файтиться. Но здесь просто использование всего и везде. Файт рекап нам не покажет, конечно, но здесь и меки,
И те же Acid Spray массовые. Постоянные клэпы от Брюмастера. И в Primal Split Брю у нас отыгрывает на 5 с плюсом. И Медведь этот, который нон-стоп дамажит. Ну, короче, это просто настоящая кровавая бойня. Если бы ее изнутри посмотреть где-то от лица одного крипа, я думаю, попасть туда никто не пожелал бы. Ну, и в итоге команда Vici Gaming на 22-й минуте поднимается на хайграунд, делает первую попытку забрать линию коллектива Ньюби и забирает только Т3. А Ньюби отковырялись, да, ценой кучи байбеков. Сейчас скажу, кто сделал. Ксяуэйд сделал байбек Банана. А у остальных просто денег нет. Но были бы деньги, сделали бы 100% байбеки. Может быть, и более положительно закончился бы файт для команды Ньюби и смогли бы здесь где-то накомбэчить. Но денег было мало, и деньги эти в основном концентрировались в руках Vici Gaming в этом матче. 23-я минута, 12 с копейками тысяч золота ВГ, и по экспириенсу десятка тоже для ВГ. Они, по идее, должны задавить просто команду Ньюби, и следующий заход для Ксяоэйта и его компашки станет критичным. Ну и посмотрите, как дела обстоят по фрагам. 20 на 6. Тут понятно, что ВГ переубивали просто в хлам своих соперников. 4-1 Лундруид, 4-1 Рутики, 5-1 FY на Шадоу Шамане и 7-1 Супер. Еще один аргумент в пользу Брюмастера, которого не надо использовать нигде, кроме мидлейна. Максимум сложно, и то следите за ним, чтобы он себя вел там хорошо. На мидлейне Брю стоит на 5 с плюсом. Там 6-й левел, там уже файтся не хочу. Ну, Рутике цепляет у нас Хау, Рутике закрыли фиссурой, причем сделал это свой же саппорт, там Фенрир. Немножко Рутике жизнь подпортил. Вовремя приходит FY, вовремя проюзанная мека для команды Vici Gaming на лоу хп Ancient Operation, банана в таверну, ну и дальше... Нет, банана не в таверну, банана только сейчас отправляется в таверну, аппарат в таверну. Ни Саншенга, ни бананы не будет при штурме, байбеков у них не имеется. Поэтому заходи не хочу. 16 секунд, что-нибудь Саншенко. В принципе, выкупиться-то он может. Но без артефактов останется это факт. И у него есть ульта. В принципе, сейчас-то можно было бы уже и появиться. Му закрывают. Му здесь развалят. Му погибает. Минус 4 делает команда Vici Gaming. И всего лишь двоих теряет. Двух саппортов, которые раскастовались. Которые, что необходимо было сделать, уже сделали. В итоге 24 минуты 47 секунд понадобилось ВГ, чтобы победить команду Ньюби в первой карте. Напомню еще раз, это гранд-финал за рекордное количество денег на тот момент, из вообще до этого и рекордное количество денег до этого разыгрываемых. Поэтому здесь вроде как концентрация в порядке должна была быть у команды Ньюби, но первую катку где-то как-то подслили. И видим по счету 6-1 Clockwork, агрессивно-активно Сайлор. Лоунрейди 6-1, 6-2 Shadow Shaman. Классно. Шейкер 0-3, единственный якорек. С другой стороны, 9 ассистов достаточно неплохо. Так, ребят, в рамках пятого выпуска нашей рубрики я сейчас немного себе позволю рекламку дать и скажу, что да как. А вот, собственно, что да как. У нас 18 и 19 июня на нашем канале будет проводиться первый турнир от студии Игрокам ТВ. Турнир, который будет освещаться по всем правилам официальных стримов. Создадим сетку, объединим вас в команды. Если у вас есть тиммейты и вас пятеро, то приходите, играйте впятером. Если нет тиммейтов, мы найдем тиммейтов для вас среди тех, кто заявился. Точно так же, как вы одиночкой. Объединим вас в команды, разделим вас на пары. Ну и по олимпийской системе проведем плей-офф. По ней быстренько определим полуфиналистов, финалистов, тех, кто третье место займет. И распределение призов, освещение, все это будет по классике, все это будет интересно и на уровне профессиональных стримов. То есть вы можете смело себя почувствовать звездой настоящего турнира. Все матчи будут транслироваться, все матчи будут с комментаторством, все матчи будут потом выложены на YouTube, освещены, проведем интервью с победителями. В общем, по красоте прям сможете хвастаться друзьям. Играйте, выигрывайте, заявляйтесь на турнир, все это в группе ВКонтакте, которая под окном трансляции на Твиче. И что самое главное, запись на турнир заканчивается сегодня ночью. Сегодня, 15 июня, в 23:59 мы принимаем последние заявки на турнир. После этого заявки закрываются, и мы распределяем игроков по командам и озвучим
составы команд, озвучим имена капитанов, и с этими капитанами определим дальнейшее распределение уже по турниру. Ну что, спешите, в общем-то, бросать свои заявки, совсем немного времени осталось. У нас уже почти команд 16 насобиралось, я думаю, до 20-ки должны дойти, так что поторопитесь, будет очень интересно. Все, 3-4 минуты и врываемся на второй матч между командами Vici Gaming и Ньюби. И наша рубрика Retro International продолжается, пятый выпуск. Все, 2-3 минуты и вернемся.